Всем привет! В этом ролике я хочу вам продемонстрировать мой билд и особую механику прохождения захватов. Сейчас вы видите захват на стали, это дейлик. В общем, в чем заключается механика? В том, что я на Рина, и у меня максимальный радиус. И я становлюсь в центре карты и топлю, когда сейчас захватил все точки. И мой топот покрывает всю карту. И вообще, практически, вообще все карты, какие есть перехватов, покрываются моим топотом. Ну, топотом Рина, точнее. Вообще, топот Рина имеет самый большой радиус в игре среди всех способностей. Конечно, есть вариант использовать там ту же кору, того же Абабана, чтобы контролить мобов, потому что если мобы соберутся в одной точке и повисят, например, в сети, то новые мобы появляться не будут. Они какие есть, столько их и будет. Но дело в том, что в рандом пати вы это никому не объясните, и они все равно будут убивать мобов. Поэтому Рина, я считаю, самый оптимальный вариант для прохождения. То есть чуть-чуть посложнее, чем проходить за кору, за вабана, также способ, как я только что объяснил. Но тем не менее, с рандом пати это будет гораздо комфортней. Не придется ругаться ни с кем. Сейчас я вам более подробно расскажу по механике. Как вы уже видите, у меня привит диспенсарий, да? Чтоб давал мне ману. В билде у меня максимальный радиус, все моды на радиус, какие есть. И длительность, непрерывность прайм вместе с самолетным мастерством, которое отнимает много длительности. Мне, в общем, длительности много не надо. Почему? Потому что, как видите, я топаю еще до того, как предыдущий топот закончился. Потому что такая фишка, что моб пока подвесился. То есть, если я буду топать прям по КД, только кончается скилл, я сразу топаю, то моб пока упадет. Пока встанет, на него сразу топот следующий не подействует. Поэтому надо топать два раза. Топнули, например, длится топот 7 секунд. И где-то на второй секунде я топаю опять. То есть у нас подвешено две группы мобов. Одна падает, пока другая висит. Та упала, встала, мы поднимаем ее. Другая падает, встает. Ну, короче, вот так вот. Поняли, да? Вот. Ну, конечно, еще запас маны нужен хороший. Ну, то есть поток прайм ставим. Ну и, в принципе, все. Такая вот механика. Так и стоим. Конечно, самое главное, чтобы попалась адекватная команда и сразу захватила все точки. Тогда минимум времени мы простоим. То есть каждый процент, он идет 2 секунды. Вот видите, сколько мобов мы подвесили. Сколько висело вдалеке, которые не добежали до точек. Сейчас мы всех убьем. И второй раунд точно так же пройдем. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.